Всем привет, с вами Кенни, и сегодня я покажу вам, как устанавливать моды. Моды, которые устанавливаются без автоустановки. Нам понадобится программа, ссылка будет в описании. В общем, скачиваем, открываем архив. Архив не выключаем, потому что программа не включится, и включаем вот этот GTA Sam Crazy Editor, да. Включаем его, запускаем. Все, вот. У нас появилась программа, ничего нету, какие-то файл, правки, да. Нам нужно скачать мод. Мы его скачиваем. Вот мои файлики. Это из вот этих вот как их архивов. Файлов, точнее. Я распаковал. Ну, то есть вот файлы, да. Калашников. И вот они тоже. Нам эти файлы нужны. Мы, значит, что делаем? Мы нажимаем файл. Открыть. И находим корневую папку GTA. И заходим в папку Modelis. Находим там GTA 3 и запускаем, то есть нажимаем открыть. А, сейчас. Ой, не втупил. Надо же выключить GTA, точно. Открыть опять GTA 3, открыть. Вот, открылась, да, но у меня это уже все установлено, вот, АК, да. Что мы делаем потом? Правка, добавить с заменой. И ищем папку с нашими вот этими файлами. Мы их вот так, чпоньк, нажимаем открыть. Они туда переносятся. Мы закрываем, и готово. Ответь. Сейчас я вам докажу то, что все готово. Так, архив закрою. О, третий раз снимаю этот ролик. Сейчас еще хочу попробовать сделать маленький монтаж. Ну, то есть, будет интро, нарисованное мной. Оно будет в виде мультфильма. Ну, кто смотрел топ-10 сайтов от Скуки, тот поймет, где, точнее, с помощью чего я это рисовал. Да. Ой. Так, значит, вот, старт, загрузка, дон пьет. Пьет. Так, как загрузится, я включу. Так, ребята. И, ну, уже заметно. В менюшке, где вот время у нас, вон там вот сверху, видно то, что изменена моделька. И, собственно, в руке видно то, что изменена моделька нашей СМГшки. Это saved off. Это винтажный пистолет. Так, этого не надо изменить. Ракетница тоже изменена у меня, только другая. Вот снайперка, вот карабин, это М-ка. Ну и калаш тоже изменен, но мне больше просто в кайф с карабином. Поэтому я с ним бегаю. Все стреляет, звуки, правда, те же вот. Это единственный минус, как я считаю. Но а так все окей. Собственно, вот так вот устанавливаются эти заветные моды. В общем, пользуйтесь на здоровье. С вами был Кенни. Всем удачи. Всем пока.